Юридический отдел города обратился в администрацию с предложением заменить некоторые формулировки в проекте правил по благоустройству Десногорска. Правила разработаны в Смоленской области. Они устанавливают требования по благоустройству территории города, перечень проводимых мероприятий, порядок и периодичность их проведения. Поправки юристов носят рекомендательный характер. Необходимы они для того, чтобы Десногорский городской совет смог адаптировать этот проект под город. После слов «наименование улиц» добавить слово «микрорайонов», так как городской округ Десногорск в большинстве своем разделен на микрорайоны, а не на улицы. Участники публичных слушаний также внесли свои предложения. В том документе, который был размещен на сайте, более 10 раз встречалось слово «рекомендуется», «рекомендуем» и так далее и тому подобное. Напомню, что мы ведем речь о правилах благоустройства, а не о рекомендации. Соответственно, здесь должны быть обороты вроде «должны», «обязаны», «предусмотрено». В завершении слушаний поправки, предложенные юридическим отделом, приняли большинством голосов. После редакции этот проект рассмотрят депутаты городского совета. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.